Так, сейчас мы проверим связь. Должно быть меня хорошо видно и должно быть меня уже хорошо слышно. Так, я сейчас смотрю. Все классно. Я вижу, что меня видно. Я слышу, что, да, то есть я слышу, что меня в принципе слышно. Так, всем здравствуйте. Нас сегодня немного, но тем не менее я рада приветствовать каждого из вас, кто находится у меня на обучении. Безумно рада, да, что вы приобрели расширенный курс, что вы сейчас находитесь со мной, что вы сможете со мной общаться. А сразу вам хочу сказать, что мы с вами проходим муниципальные торги, то есть у меня курс основан в рамках муниципальных торгов, но если вам после прохождения курса необходимо будет консультация в других видах торгов, да, то есть это арестованное имущество. Это, например, банкротные торги. Вы также мне можете задать вопрос, потому что на протяжении нескольких лет я работаю с несколькими законами. Сегодня у нас будет такой организационный момент, да, то есть потому что мы поменяли платформу обучающую, мы немножечко изменили направление. Я хочу, ну, с вами поговорить о том, как это все будет проходить, чтобы вы не искали и не задавали мне вопросы. Смотрите, по домашнему заданию, да, то есть домашнее задание вы выполняете после каждого урока. То есть прошли урок, выполнили домашнее задание, все это скинули ссылочкой, да, то есть как это будет в первом уроке, все сказано. И все, то есть я проверяю и открываю вам доступ. Домашнее задание я проверяю один раз в 2 дня. В субботу в 10:00 по московскому времени у нас с вами онлайн-разбор домашних заданий. То есть если они будут выполнены, если у меня будут какие-либо вопросы, либо какие-либо замечания, да, то есть я буду приглашать вас на трансляцию, и в этом случае мы будем проводить. Если домашних заданий выполненных, ну, не будет, то в этом случае трансляции не будет. Да, то есть сразу к этому готовьтесь. Итак, что я вам хотела сказать, да, то есть работать мы с вами будем с платформой Bizon 365. Она у нас называется, вы можете ее набрать, и она у вас будет. То есть для того, чтобы мне дать вам доступ в эту платформу, сейчас я вам покажу ее, познакомлю. Для того, чтобы мне вам дать доступ, мне будут необходимо от вас что? Мне нужно будет от вас вот так добавить ученика, да, то есть для того, чтобы мне добавить ученика, вам нужно будет прислать мне действующий e-mail, фамилия, имя, отчество. Ну и, соответственно, можете прислать пароль, можете не присылать, это не принципиально, да, то есть вы его сможете потом уже поменять. И как только вы мне отправите e-mail, да, то есть, к примеру, ну, пускай я буду так. Я вас добавляю, пароль, ну, пускай будет декабрь, и нажимаю отправить пароль на e-mail пользователя. Все, в этом случае вам на почту автоматически приходит письмо от Бизона. То есть оно вот сюда вам должно прийти с приглашением зарегистрироваться. И все, вы спокойно заходите на платформу. Ваш пароль от личного кабинета. Все, здесь у вас есть ссылочка для входа. Кликайте по этой ссылочке, вот ваш курс. То есть ваш курс открыт, и ну, вот он называется «Реальный бизнес на муниципальных торгах». Кликайте по нему, и здесь у вас открыта часть уроков. Да? То есть сейчас вы видите только маленькую часть, на самом деле их намного больше. То есть еще будет добавлен и вот этот урок, да, то есть он будет подписан как вводный. И начинаете, кликайте по первому уроку. И что мы здесь видим? Все то, что подсвечивается синим, это урок. Да, то есть это уроки, где вы можете зайти и посмотреть. Причем могут подсвечиваться как видеофайлы, так и могут подсвечиваться обычно, ну, то есть обычно, например, вот Конституция Российской Федерации, да, то есть текстовый файл. И все. Нажимаете открыть и спокойно можете зайти и посмотреть занятия. Все, оно у вас в доступе. Также у вас будут всегда дополнительные материалы, то есть практически в каждом уроке у вас будут какие-либо дополнительные материалы, с которыми необходимо заполнить работы, да, то есть и которые необходимо смотреть. Дальше у вас будут необходимые законы, да, то есть для работы или, в принципе, любые другие дополнительные материалы. И плюс у вас будут самые важные моменты урока, да, то есть бывает так, что, например, урок хочется посмотреть, но времени ограничено. И вот здесь вот самые важные моменты урока, то есть они у вас будут добавлены тоже в видеофайле.
вы без проблем сможете зайти их и посмотреть эти самые важные моменты урока. То есть вот они у вас в доступе. Как раз мы пробуем новую платформу для работы. Да, то есть какая будет удобнее. И чуть-чуть спускаетесь вниз, и здесь у вас будет ваше домашнее задание. Да, то есть вы делаете домашнее задание, выполняете его все. Здесь у вас также будет образец, как выполнить домашнее задание. Также желательно, чтобы вы оценили материал, да, то есть написали, например, что вам хватает, что вам не хватает, например, ну, не хватает, ну, практики, пускай будет. Все. Пишите анонимно. Хотите анонимно, хотите не анонимно, да, то есть, ну, не принципиально. И нажимаете «Отправить комментарий». Данный комментарий видит, вижу только я и видит только модератор. Также смотрите, да, то есть, когда мы с вами делаем домашнее задание, то есть, вот сюда вот мы пишем, вставляем ссылочку, например, домашнее задание, какую ссылочку, как это сделать, вы посмотрите. Но здесь пишите Юлия, например, там, Атаманова. Задание 2, ну, задание 1. Да, то есть и ставите все, то есть то, что вы выполнили домашнее задание, и нажимаете «Отправить». Все, то есть я проверяю ваше домашнее задание, даю вам здесь ответ, правильно, неправильно. Ваше домашнее задание видим только мы, то есть никто другой не видит ваше домашнее задание. Теперь, по тому, как будут проходить уроки, да, то есть... Все уроки у вас уже подгружены, все уже на платформе, то есть это видео у нас уроки. Вы как только делаете урок один, да, то есть вы все это просматриваете, задаете какие-либо вопросы в чате, в чат мы вас добавим, то есть как только будет чуть позже. Что вы делаете? Да, то есть сделали домашнее задание, отправили. В течение 2 дней я проверяю ваше домашнее задание, то есть сделали вы его, не сделали. И даю вам доступ к следующему уроку. То есть доступ у вас будет открываться постепенно. Пока вы не выполните домашнее задание, вы не сможете посмотреть другой урок. То есть как только вы выполнили, я его приняла, все, я автоматически открываю вам ваше домашнее задание. Вот здесь тоже самый урок 2. Вот он сам урок. Важный момент урока. То есть, что здесь есть, можете открыть, посмотреть. Дополнительные материалы, шаблон документов, это все себе сохраняете, скачиваете. Здесь домашнее задание. И как правильно выполнить домашнее задание. Также вы можете оценить материал. Да, то есть, я думаю, что, в принципе, с этим будет понятно, как работать с платформой Бизоном. Вы можете как это делать с мобильной версией телефона, так вы можете это делать и без проблем с компьютера. Теперь еще один такой важный момент. Как только мы с вами проводим какие-либо онлайн-трансляции, да, то есть по четвергам это у нас дополнительный будет вопрос-ответ для всех учеников, где вы сможете задать мне вопросы. И по субботам, да, то есть если будет выполнено домашнее задание, если у меня будут какие-либо замечания, комментарии, то есть у нас будет проходить онлайн-разбор домашнего задания. На платформу Бизон, как в живых трансляциях, вы заходите под реальным фамилией и под реальным именем. То есть, если меня зовут Юлия Атаманова, да, то есть я захожу как Юлия Атаманова. Да, то есть сейчас я вижу, что у нас просто есть Максим, до этого был просто скромный, да, там еще до этого Сергей. Все, то есть реальная фамилия, реальное имя, которое у вас соответствует именно ВКонтакте. Для того, чтобы мы понимали, то есть я понимала, с кем я нахожусь и с кем я разговариваю, да, для того, чтобы я вас запоминала. То же самое на учебной платформе. На учебной платформе вы когда туда заходите, также, пожалуйста, под реальным фамилием, именем, все это регистрируйтесь. Это, в принципе, все, что я хотела вам сказать по поводу трансляции, да, то есть по поводу того, как мы работаем с вами с Бизоном, когда у нас что будет проходить, как будет проверка домашних заданий. Все остальные вопросы вы найдете в первом и во втором уроке, да, то есть посмотрите, там есть самые важные моменты, там есть более расширенный урок, да, то есть там курс, поэтому вы без проблем сможете зайти, разобраться, посмотреть, да, то есть и потом, если вам будет непонятно, то вы сможете задавать вопросы. В течение пару дней мы сделаем чат, и в чате вы уже будете прям находиться, да, то есть как только вас всех добавят полностью в группу, я вас добавлю в отдельный чат, в чате вы можете задавать вопросы, я буду находиться там и буду на них отвечать. Еще раз, безумно рада была сегодня с вами познакомиться, хотя я не вижу, кто у нас находится на платформе.
Да, потому что вы зашли не по своим фамилиям и не по своим именем. Хорошего вам вечера. Безумного вам хорошего, легкого старта в муниципальных торгах, для того, чтобы вы разобрались, вы могли на этом зарабатывать не один год. Безумно, еще раз говорю, рада была всех вас видеть. Так, до встречи на видеоуроках. Всем пока-пока.